Здравствуйте, уважаемые игроки. Здравствуйте, уважаемые любители интеллектуальных игр. Это своя игра. Мы продолжаем проведение отборочных игр. И сегодня у нас будут принимать участие старые и новые игроки. Начнем по порядку. Первый игрок, который у нас будет, это у нас Quirrell. Он в прошлой игре проиграл, очень жестко проиграл. Или же Александр Михайлович Бондарев. Ему 16 лет, а начал играть в GDS 2.0. Да. Представься. Да. Киркоров. Давай, поехали дальше. Следующий игрок у нас Флати. Или же Евгений Олегович Феденев. Извиняюсь, если неправильно прочитал. Феденев, я извиняюсь. Ему 28 лет, а начал играть в GDS 2017 года. 29 уже? Да. У тебя недавно прошел день рождения? Угу. 26 января. Я поздравляю тебя тогда с прошедшим днем рождения. Извини, что не поздравили раньше. Да, окей, не все знают. А начал играть в GDS 2017 года. Представься. Да, все верно. Ну и последний игрок у нас, это у нас Курс, или Курси, или Курск. Называйте его как хотите. Он ветеран своей игры, он участвовал во второй, третий, четвертый сезонах, решил попытать удачи и в этом сезоне. И его зовут Максим Андреевич Антипов, ему 16 лет, а начал играть в GDS 2017 года. Да, это я, всем привет. На самом деле я давно уже выпал из комьюнити. У меня канал мертвый уже как год, может даже больше. Поскольку у нас все игроки относительно слабые, ну, относительно, пак я подобрал, более-менее... Ну, я слабее всех, это 100%. Ну, относительно я подобрал нормальный пак. Это не мой пак, это пак у нас... Гувернмента и Алекса. Предлагаю вам ознакомиться с этими темами. О. И мы начнем. Первый раунд. А тут не рандом, разве? И вот его темы. Как не бежу играть. Демон и не только по скрину. Уровни в картинках. Игрок по иконкам. Кто выложил уровень? Игрок по статистике. А начинает Quirrell. Ой, вау. Возьму самое легкое, наверное. Виприн? А нажимать кто будет? Ой, а я не... Виприн. Курск. Нажимать надо вначале, а потом отвечать. Нажимать надо, когда белые полоски идут. Ё-моё. Так, ну давайте начнем. Не помню название вообще. Рагнарёк. Верно. Ох, у меня прям такое дежавю по старым временам. Фальстарт. Соник Вейв какой-то. Нет, Соник Вейв Инфинити. Да, победа. Так. Фальстарт. Блодбаф. Фальстарт. Блодбаф. Вот теперь верно. Я думаю, надо нажимать один раз, а надо зажимать. Блин. Quirrell, надо нажимать на кнопку тоже. Не спи. Флати, выбирай вопрос. Джекс. Дальше. Фингер Дэш. Верно. Интересно. Я бы догадался. Дальше. Ну, это точно не мое. Тоже самое. Блин. Серьезно, никто не знает? Виприн? Конечно! Статистика по креатор-поинтам.
Creator Point вам ни о чем не говорят, дальше. Query. Так. File start. А, матрицу можно? Fluttershy. Как его там? Бывший топ первый, как он называется, забыл. Это Тартарус. Да, точно. Это нормально, да. Я сколько раз его видел, а всего нервно забыл, блин, ну как обычно. Там в чате обзывается, что за ужас. Да и ладно. Как ему Тартарус было забыть, сколько раз его смотрел. Fire Aura. Fire Aura. Ладно. Это который в галке, да? Конечно. Дальше. Понятия не имею. Серьезно? Это Крымал. Конечно. Crazy Man. Я не успеваю нажать. Дальше. Курск. Я вообще Турин не знаю. Серьезно? Реаксис. Да как Курск постоянно не знаю. Я Турин вообще не играл, поэтому я не знаю. Дальше. Ну это же легенда, он такой популярный. Гравур, не помню авторы. Funny Game. Молодец, очнулся после зимней спячки. Ладно. Да у меня какой-то pink to win получается. Так. Ага. Ни одного у меня фотки нет. Не актуальный, кстати. Это роб-топ. Догадайся. Называется «Найдите 10 отличий». Дальше. Курил. Так это... Файл старт. Файл старт, файл старт. Invisible deadlocked. Хорош. Ребят, вы чё все нажимаете, когда нет желтой рамки? Ну, в натуре спешите. Дальше, курил. Ты-ты-ты. Оп, так, у меня есть время подумать так. Как? Я хотел сказать Ксане, но там какая-то тима ТАП. Да ладно. А вы тим? А ТАП чисто можно. Хорош. Дальше. Уф. Возможно, пульс. К сожалению, у меня картинка не прогрузилась, но верно. У меня то же самое было с раптопом. Что-то знакомое. Я точно помню, что у кого-то такое было. Это за образ. Верно. Дальше. И не узнали. Это Мичиган. Тысячи демонов вам ни о чем не говорят. Дальше. Намного у кого? Ровно 1000 демонов. Какой-нибудь модератор 100%. Даже кто угодно может быть. 2 КП для да. Наска. Это Дольфи. Это вообще кто? Впервые слушаю. Догадайся, названием кого. Может, что-то и знаю, но не помню, что это. Я сейчас подумал Seven Club, но это не он. Просто рисую Elite Z? Elite Z? Нет. Element 111 RG. Тот самый невозможный уровень. Дальше. И в чем прикол? Назвать уровень. Forest Temple. Логично, правильно? Догадался, что-то. Конечно, собор темплом называется. Дальше.
Флати. Я пас сразу. Да и никто не догадается. Это гаджет. Нет, у меня намного больше. Это кто-то. Это Ефим Белых. Ефим Белых. Я даже не знаю, какого игрока. Чичика Шапор Хинкальный. Не играл в турнир, поэтому не. Пас. Серьезно, никто не знает? Нет, вариант, но рисовать не буду. Мичиган. А, я так и... Вот как знал, ну ладно. А кот у него такой уровень. Лоу. Это, по-моему, с него и началась эта эпоха Флэппи Бёрдов. Что за... Блин, как это можно знать? Я должен знать... Этот игрок давно мертв. Блин. Хайперкуб. Нет, не, не Хайперклуб, ты не понял меня. Дурабая. Не знаю такого. Дурабая, Себастик, кто строил? Вот именно. Это что такое? Это явно текстурпак какой-то. Нет, это не текстурпак. Я не видел такой куб ни у кого. А вот это действительно Хайперкуб. Серьезно. Окей, неплохо. Это троллинг. Ну что же, раунд разыгран. Курил в аутсайдера, Курск в лидера. Второй раунд. Название уровня. И вот его темы. Уровни рекордсмены. Исторические уровни. Уровень по описанию. Дословный перевод уровня. Название по значению. А начинает Курия. Английский в помощь. Этот уровень долго занимал первую строчку в топе демона по сложности, а занимал он ее заслуженно. Сложность заключалась в высоких скоростях на волне с узкими проходами. Фальстарт. Sonic Wave. Курск. Успел. Первую строчку в топе демона по сложности долгое время. Sonic Wave. Платье, надо быстрее нажимать и правильно. Нужный тайминг. У меня кнопка не жмется иногда, не знаю почему. Дальше, курс. Прикол. Мертвый запертый. Дедлокет. А отвечает Курил. Ну не знаю, у меня кнопка не жмется, хрен его знает. Вообще ты нажал, но поздно. Этот уровень является самым загружаемым в игре. Level easy. Как он там? Да, ладно. The Nightmare. Уровень, не демон! Ретро. Тут написано уровень. Что место? Курял? Не ретро, нет. Все ошиблись! Сонар! Никто не вспомнил! Я думал, Сонар. Я не помню такого вообще. Дальше, курял. Он уж не отвечать неверно, короче. После математики. Автормав. Дальше. Легендарный 1.9 уровень коллабов, вдохновивший многие уровни, разрушивший на некоторое время планку сложности и более года стоявший на первом месте по сложности среди демонов. В настоящее время очень популярен, но уже не так сложен из-за вышедших более сложных уровней. Бладбаф. Я думал, Супер Соник вообще. Ребят, у нас сегодня кнопки отсутствуют или что? Этот уровень породил много шуток о своей неимоверной сложности. Хотя на деле прохождение совершенно не составляет труда. Back on track. Верно. Хорош. Поздравляю, ты вышел из минуса. Ура! Дальше. Курил. Уровень на данный момент занимающий первое место по лайкам в игре. Ну вот это уже левел изи. Так. Ретрей. Курил? Нет, ретрей нет. Конечно, ретрей. Хорош. Блин. Знал. Дальше. Курил? Ну-ка. Беспорядочный испуг. Знаю, там весь кто-то поймет, наверное. Клаттерфанк. Серьезно? Дальше. Когда на него впервые смотришь, реально испуг. Курил.
категорию никто не брал. Третья буква греческого алфавита. Омега. Нет. Да у тебя куча опыта, так что не волнуйся. Курил? Дельта. Нет. Я лучше не буду рисковать. Альфа, бета, гамма. Сильно осталось, ну да. Я вообще порядок. Курил забыл прошлую тему. Лох. Дальше. Там вроде не было указано. Было. Ты забыл уже, Курил. Да. Окей. Уровень с геометрическим названием, в котором впервые использовалась необычная форма прохождения. Тем не менее, уровень был не очень сложным, а форма осталась часто используемой и по сей день. Хексагон форс. Верно. Геометрическим названием. Ручных сил. Дальше. Так. 1.9 уровень с довольно необычным эффектом, проводивший множество других похожих уровней с таким же эффектом. Поначалу такие уровни оценивались в большом количестве, а в настоящее время из уровней такого типа оцениваются многие экстрим-демоны. А все у нас храпят, да? Никто нажать кнопку не хочет. Уровень из гаунтлетов, являющийся ремейком экстремального демона и, по словам создателей, легче вдохновителя в 20 раз. Фальстарт. Капоклизм, верно. Точно. Вообще в гаунтлеты играют. Дальше. Никто. Курил. Так. Цифровой спуск. Серьезно, никто не знает? Digital Jetson. Где-то слышал, но не помню. Ладно. Дальше. Курил. Я предупреждавший. Английский для лохов. Согласен. Самый большой уровень по количеству объектов среди оцененных. Тро. Пойнет. Ну пусть будет Слаутер. Нет. Нет. A Daydream Journey. Точняк. Блин, там сколько? 300 такой. Там еще такой робот-дракон. Да, верно. Помню. Курил. Будут исторические. В честь названия этого уровня была дана оценка новой категории уровня, а также он был первым ее удостоен. Кстати, на нее делают ремейк. Экстрим парк. А, бля, ты снял какой зензон. Демон парк. Конечно, Демон парк. Я в первый раз слышу про это, в первый раз. Это Изи Демон был, наверное. Дальше. Ленинград. Конечно, Изи Демон. Спутник Марса и древнегреческий бог страха. Фобос. Фобос. Я не знаю, нажимая Ctrl, он ничего не делает. Правый Ctrl. Кстати, Фобос и Деймос у Марса. Дальше. Ctrl, я жму, но... Игровой движок и межплатформенная среда с разработки игр. Юнити. Не знаю, почему контр. Так. Праздничный уровень, который является не только самым коротким оцененным уровнем в игре, но и самым сложным для своего количества звезд. Каварета. Праздничный уровень. Совершенно верно. Хорош. Не дочитал. Каварета, извините, экстрим демон и 47 секунд, по-моему. Да, не сложнейший. Курил? Да, нет, не настолько сложнейший, не сказал бы. Сила доллара. Что? Бакфорс. Бакфорс. Ну ладно. А, это робак, который? Да. Дальше. Курил? Так. Какой уровень является самым длинным из серии Travel и в целом одним из самых длинных уровней в игре? Уже нет. А, уже нет. Dream Travel? Гипнозис Travel. Что? Гипнозис Travel. Гипнотик, верно. Гипнотик, да. Поздравляю, ты вышел из минуса. Дальше. Что-то вспомнил. Комплекс погребений древнего мира. Чего? Акрополь? Акрополис?
Не Акрополис. Я хотел сказать, но потому что это не то. Тоже хотел, ну ладно. Если бы там кресты было бы... Ну что же, остается 4 вопроса. Ваш шанс последний реабилитироваться. Самый южный вулкан на Земле расположен в Антарктиде. В зеленых тонах, кстати. Еребус? Конечно. После моей очевидной подсказки. Дальше Квирилл. Эребус, вулкан. Географию. Первый выложенный пользовательский уровень. Ой. Хотя бы ID назовите. First level. А, точнее. Буквально. Надо Гриниус. Дальше Курил. Ой. Уровень, претерпевший множество усложнений геймплея в процессе постройки. В конце концов, ставший претендовать название самого сложного уровня в игре. Ну, я не знаю, Silent Circles, один вайр. Я даже не знаю, что сказать, но ответ-то подходит, кстати, Silent Circles. Поэтому я приму. А, Иннерс. Он тоже подходит. Курил. Именно этот уровень вдохновил Роптопа на создание такого режима игры, как НЛО. Ой, зачем я нажал? Я подумал, Вейв. Но нет, это Флэбибрус какой-то. Не знаю точно. Я тоже. Я бы не рисковал. Гравити Филд. Гравити Филд. Ну что же, все вопросы разыграны. Куэрия у нас, как я понимаю, побеждает или что? Нет, еще финал. Финал. Опять же, это не мой факт, поэтому я не знаю. Хаки. Делаем ставки. Это мой вопрос. Вопрос. Назовите два уровня, которые, согласно мнению игроков, хакнул Сари. Время. Ой, бля. Ну, давайте узнаем ответы. Флати. Не знаю. Реально не знаешь? Нет. У меня есть идея одного уровня, но 53. Я не знаю, это не он. Red World Necropolis. Первое верно, второе неверно. Так и знал. Один. Бля, хз. 400. Курил побеждает в сегодняшней игре. Курил хорош. Red World и Silent Club. Silent Club, да, точняк. Ну что же, Курил, я поздравляю тебя с победой. Ты реабилитировался и проходишь четвертьфинал. Курск, у тебя еще есть шанс. Флати, к сожалению, мы с тобой расстаемся в турнире. Всем спасибо за внимание. Мы встретимся ровно через неделю. Всем удачи и всем до встречи.